еще раз доброй ночи. Здравствуйте, я вас приветствую. Вы находитесь в джазовом клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется «Глав-музел». Для вас играл замечательную музыку, танцевальную, наш диджей, постоянный диджей Франц. Давайте ему отдельные аплодисменты за это, дорогие друзья. Ну, собственно, вот мы и собрались сегодня здесь, чтобы для вас произвести очень много хорошей музыки, пообщаться, повеселиться, в общем, провести качественное время, как мы это умеем. И делаем это, друзья, каждую пятницу. Вот, с чем я вас всех поздравляю. Итак, у нас сегодня, значит, такой будет составчик. Сегодня у нас на барабанах играет человек, которого зовут Алмаз, друзья. Давайте его поаплодируем за это. На бас-гитаре сегодня Евгений Панфилов. У него сегодня, друзья, немного не мало день рождения, да? Давайте его поблагодарим за то, что он пришел, и свой замечательный праздник будет сам радоваться и радовать тоже нас. На гитаре сегодня Роман Бондаренко. Для вас, друзья, на своей замечательной кавказской гитаре непосредственно. Артем Пагосов сегодня на саксофоне. Игорь Балабаев сегодня у нас тоже на саксофоне. Еще сегодня у нас есть Василий Ерихин, и сегодня еще с нами Артем. Допустим, тоже на трубе поиграет прекрасную музыку. Друзья, мы начнем с инструментальной композиции, которая называется «Мостап». Автор ее Нилс Лангрен. И хорошего вам всем времяпрепровождения. Друзья, я поздравляю, спасибо, что пришли. Мы начинаем, поехали. We'll be right back.
Thank you.
Клавишника, зовут его Стиви Уандер, друзья. Кто знает Стиви Уандер, поднимите, пожалуйста, руки в этом зале. Прекрасно, дамы и господа. Вы очень интеллектуальны, максимально, насколько это возможно. В общем, сегодня у нас в гостях есть замечательный человек. Зовут его Давид Сатаров. Вот он, этот человек. Прекрасный. И что нам будет сделать? Хочешь играть? Надо? Давай будешь петь, пока эту песню. Давай, пожалуйста. У нас тут есть супергерои, которые хотят сегодня тоже дебютировать на нашем музыкальном путешествии. В общем, друзья, Давид Сатаров недавно получил диплом, и в связи с этим побрился, налался, дабы... Вот. В общем, абсолютно дипломированный вокалист, знаете. И композиция, которую мы сыграем сейчас, называется «No What The Fuss». Тональность там... Тональность там у нас будет супер, друзья. Сейчас друзья изобразят эту божественную композицию. В общем, композиция «What the fuck». Давид Сатаров сегодня здесь у нас в гостях, на Клаб Клуб Джеми. И все готовы, друзья? Вы готовы послушать еще хорошей музыки, дорогие гости? Я надеюсь, настроение прекрасное. И мы начинаем. Hey guys, are you ready? Guys, are you ready? Are you ready to walk with us? Ну, дайте шум, дамы и господа, есть живые в зале, давайте хорошей музыки послушаем, все. Композиция «What the fuck», Давид Сатаров сегодня на Клаб Клуб Джеми, поехали. Thank you.
Друзья, давайте попоем все вместе. Очень просто, смотрите. Композиция, которая у нас прозвучит сегодня на нашем вот этом милом уютном вечерке,
Называется она ни много ни мало American Boy. Знаете такую, наверное, композицию? Ну, не наших отечественных композиторов. Кстати говоря, отечественного композитора сегодня одного прозвучит композиция, но во втором отделении, друзья. Кто вот любит отечественную поп-эстраду, так называемую, то можете дождаться этого. И я бы хотел пригласить на сцену Татьяну, а вот она уже здесь. Татьяна, кстати, сегодня здесь в гостях, прекрасная вот девушка, замечательная вокалистка. Друзья, композицию мы исполним, которая называется American Boy. Кто-нибудь знает такую вокалистку Эстель? Знаете ли вы такую? Да? В общем, друзья, кто не знает, вы можете смело заходить в ВКонтакт, всемирную глобальную сеть ВКонтакт. Там есть группа, называется она просто Glamour Jam, дамы и господа. Там есть вся музыка, которую мы здесь играем, и даже которую мы не играем. То есть, ну, чтобы освежиться и наполнить себя какими-то новыми аудиозаписями, в общем, вы можете найти это все, что здесь звучит. И сегодня Татьяна Зайф, у нас в гостях, можете использовать очень непосредственно черный микрофон. И мы начнем, да? Все у нас готовы и очень радостные и весело. Еще раз всем доброй ночи, кто к нам присоединился. Дамы и господа, вы находитесь в джазовом клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется Glamour Jam. Спасибо огромное, что вы пришли, спасибо огромное за эмоции, за то, что вы реагируете. Это очень приятно и очень классненько, друзья. Мы продолжим. Композиция American Boy, Стиль, поехали. Wow.
Друзья, Татьяна Сайброва, замечательная командирица American Boy. Не прекрасно мне это скажите. Давайте поаплодируем артисту прекрасно за это исполнение. Мы двигаемся дальше. И я бы хотел пригласить на сцену Рома. Я бы хотел пригласить на сцену эту девушку, которую зовут Элина Решетникова, прекрасную вокалистку, она сегодня у нас здесь в гостях. Элина Решетникова, где же ты? Выходи. Да, вот же ты. Ага. И пока Элина выходит, я ребятам расскажу, какая у нас сейчас будет песня. А песня у нас будет, которая называется, друзья, которая называется очень прекрасно, называется она... Что называется? Элина, я вам сейчас расскажу, как она называется, да, Элина? Криптик Лав. А, песня называется Криптик Лав, друзья. Песня красивая, очень такого, знаете ли, панкового направления, знаете ли. Что, даже не панкового, что я говорю, хип-хопового направления, друзья. Кто-нибудь слушает музыку в стиле хип-хоп, кто находится в здании? Есть любители? Есть? Анастасия, вы любите? Прекрасно. Ну, в общем, это соло-микрофон, да. Как соло-гитара, есть соло-гитара, а есть соло-микрофон. Женя, я вот этот микрофончик дам на пэк и свой тоже, ладно? Вот. У нас сегодня здесь создается вот такая, видите, большая вокальная группа людей, которые сейчас намерены тут подпевать. Вот, и вот этот микрофон сейчас проверим, мы не так все будем, ладно? Два, почти не здесь, вот сюда, чуть вправо, можем вот сюда. Микрофон. Раз, два. Да, прекрасно, вам есть, спасибо. Ну и пока, в общем, мы понимаем эту композицию чудесно. Элина готовится, и все готовятся. Друзья, скажите, пожалуйста, а кто сегодня здесь впервые находится? Поднимите, пожалуйста, руку, кто сегодня здесь впервые? О, я вас поздравляю. Еще раз напомню вам, что вы находитесь в джазовом клубе Алексея Козлова. Вы знаете, кто такой Алексей Козлов? Кто знает, кто такой Алексей Козлов, это будет группа «Арсенал». Кто-нибудь слышал вообще про такое что-нибудь? Никто не слышал. Ну, в общем, друзья, кто не слышал, то почитайте в интернете. Это очень легендарный саксофонист, наш отечественный, российский, который, собственно, продолжает радовать всех своей музыкой прекрасной. И в честь его, и, собственно, под его руководством этот клуб существует. И мы очень рады здесь находиться и играть очень вот эти наши замечательные джемы, друзья. И, собственно, к чему веду? К тому, что здесь каждый вечер происходят концерты различной хорошей музыки. То есть здесь не только просто типа джаз, очень разнообразный. Здесь есть еще этаж выше, пожалуй, очень много всяких концертов, друзья. Если вам интересно, посмотрите, найдите сайты, там все есть, инстаграмы, в общем. Посвящайтесь культурно, это благоприятно влияет на сердцебиение. Друзья, ну, в общем... Элина Решетникова сегодня здесь у нас в гостях. Композиция, которая называется «Криптик Лав». Василий Наконович, он знает эту песню, конечно. Я расскажу об этой песне, чтобы вы понимали, что происходит. В общем, песня совершенно неизвестной певицы, кажется, из Британии. Это ее единственная песня. Как зовут? Ее зовут Ямах. Песня называется «Криптик Лав. Таинственная любовь». О том, что у тебя не одна. Одна. И окей, но ты смотришь на нее так же, как смотришь на меня. Ну, камон. В общем, очень болезненная женская песня. Короче, девичья песня. Друзья, ну, и мы готовы. Сегодня здесь у нас еще на бэк-вокалах находится Аня Пак. Аня Лобос и Аня Попёрла. В общем, две Ани и Элина сегодня здесь у нас будут раздавать бэк-вокалы. Дамы и господа, поддержим артистов, начинающих, новых, понимаете, свежие артисты. И поинфлась, я передаю микрофон, поехали.
Just another joke, and it's me and I'm here. Now they stop, and
Oh,
Алманов, композиция группы Нирвана. Спасибо огромное. Друзья, мы двигаемся дальше. И следующая композиция, которая прозвучит у нас, да, что, продолжим немножко, да, рок-блюзовую тему. Как вам нравится такая ситуация? Дорогие гости. Но она, ну, в смысле, потише будет, не такая громкая, как вот эта песня, вот это вот все. Без крика, знаете, вот это, вот, без всего, да. И я хотел бы... Тише, можешь уступить место. Да? Пропустим одну песню и следующую с тобой сказать, пожалуйста, ладно? Окей? И я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Анна. Сегодня у нас в гостях. Анна с интересной фамилией поперла. И вот она у нас в гостях. И сегодня моя землячка из города Челябинск, друзья. Вот, мы из города Челябинск, вот мы такие вдвоем, молодцы. Кто еще из города Челябинск? Поднимите руку. Вот Эрик из города Екатеринбург, я знаю. Вот вы тоже, друзья, из города Челябинск. Серьезно? Догонимся. С какого района? Как? ЧМЗ? Ништяк, привет. Супер. В общем, друзья, спасибо вам огромное, что вы здесь сегодня с нами, проводите время. И композиция, которую мы сейчас изобразим, Анна объявит сама, как она называется, потому что я просто не помню. И это будет блюз, такой красивый, 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 тоже, опять-таки, гитарный блюз, как мы любим это дело. Да? Да. Вы хотели передать привет такому человеку из города Челябинска, который зовут Константин Корчагин. Замечательному гитаристу, прекрасному учителю многих-многих поколений, которые вышли музыкантов из города Челябинск и Магнитогорск. Я, короче, продавила авторитетом Славу. Он не захотел петь, ну, исполнять, изображать эту песню. А я сказала, знаете, вот господин Корчагин принимал у меня боссы. Да. И поскольку поймал меня на слово. И вот сейчас... Анна дипломированный специалист, не понимала, да. Вот эти, знаете, совершенно не точно. Давайте, ребята, к музыке. Давайте, к музыке, да. В общем... Композиция. Я буду заботиться о тебе, чтобы не случилось. Bad Heart ее исполняет. Поехали. Thank you.
Спасибо огромное, Аня. Давайте поаплодируем еще раз за это экспериментное исполнение этого замечательного блюза. И мы продолжим еще одну композицию, друзья, да? Пожалуйста. И сделаем небольшой перерыв. Да, музыканты закончили свою работу, но еще не устали. И я бы хотел пригласить на сцену Михаила Гришунова, который уже заходил на нее, но не дошел до микрофона. Тем не менее, я его приглашаю. Михаил Гришунов сегодня здесь у нас в гостях. А где у нас алмаз, наш ограненный алмаз? Замечательный. Куда-то он делся, да? Окей. Друзья, нам нужен барабанчик просто немедленно. Немедленно нам нужен барабанчик. И пока Михаил Гришунов расскажет, как у него дела. Композиция, которую мы сыграем, называется она «Муви». «Муви» называется композиция. Раз. Кто там сейчас идет? Позиция Муви, Том Мич, да, я, поскольку это джем, господи, надо говорить что-то, здравствуйте, друзья, я очень сильно помятый, это очень самочувствие, сегодня сейчас буду жаловаться, господи, что с этой стойкой происходит, стойка, она имеет смысл подниматься, смотри, раз. Два. Ты же вокалист. Oh, yeah. У вокалистов должно быть профессиональное владение стойкой. Вы же все проходите курсы. На вокальных курсах, когда учатся в университете, раздвигание стойки, и не только, а входит в обязательное профессиональное программу. Я не доучился. Ты не доучился еще. Значит, не дошел до этого. Но вот, например, Данис Сатаров, я знаю точно, дошел до этого. Потому что он дипломированный специалист. Ну, в общем, Михаил Гришунов сегодня с композицией Муви, друзья. Мы для вас такой немножко лайт-музыки. Мужчины есть в зале? Мужчины,
Мужчины есть в зале? Есть, вот, там точно я знаю, есть мужчины вот в том отделе. А девушки есть в зале? Девушки, красавица, ништяк. А, друзья, песня будет красивая, лирическая, очень такая, знаете, вот милая, знаете, вот это слово, милая. И, в общем, танцпол у нас здесь есть импровизированный, друзья, он абсолютно бесплатный и очень вас всех ждет. Поэтому присоединяйтесь на него, вот, и мы будем вас очень рады на нем наблюдать. Мужчины, есть в зале? Есть мужчины, есть девушки. Давайте объединяться, самокупляться в едином порыве в прекрасной танец. Друзья, очень этого хочется понаблюдать. И Михаил Гришунов сегодня здесь у нас, композиция «Муви», мы и начинаем. Поехали. Thank you.
remember me, let's set the scene. You and me, what could have been? Still swimming on a lover's dream, still playing on the movie screen. Remember me, set the scene. You and me, what could have been? Still swimming on a lover's dream, still playing on the movie screen. What you meant to me, it was a piece of me. Was a mystery. Спасибо огромное. Михаил Крешунов сегодня здесь у нас, в гостях, и наше вот это прекрасное духовое отделение Москвы и Московской области, и прилежащих всех вот этих вот регионов. Ограненный алмаз на барабанах, друзья. Роман Бондаренко на кавказской гитаре, не понимала. Наш именинник сегодня Евгений Панфилов на бас-гитаре, друзья. И наш замечательный диджей, диджей Франц. Дамы и господа, мы берем небольшой перерывчик от так называемой живой музыки, друзья. И вернемся к вам буквально минут через 15-20. Я думаю, мы выйдем, подышим, покурим, в общем, выпьем, чтобы закусить. В общем, сделаем все свои нужные вот эти вот необходимые вещи. И знаете что, подождите, дорогие гости. У нас есть такая ситуация, что у нас есть аккаунт в Инстаграме, вы не поверите. Вот, и в этом аккаунте разыгрывался суперприз. Но по какой-то причине никто из вас, наверное, может быть, не знает или что-то еще, но знаете, это столько много информации, которую нужно заблудиться в данной, данном, так сказать, вот этом вот временном отрезке, который происходит сейчас у всех. Это так называемый 21 век глобализации и все вот это вот все, да? Очень много информации. Вот, у нас был конкурс. Обычный. Нужно было сделать репост с нашего инстаграмного аккаунта, который называется просто очень Glafos Jam. И можно было выиграть сертификат на сумму 5000 рублей, который можно было освоить в замечательном онлайн-магазине, который называется «Внешпосылторг». Можно было купить различные всякие парфюмерии и различных ништячков набрать себе. Вот. Но у вас есть уникальный шанс сегодня получить этот сертификат на руки, друзья. Сейчас у нас будет музыкальная замечательная танцевальная пауза, которую заполнит своей музыкой наш диджей, диджей Франц. Друзья, и самому активно танцующему, и самому красивому активно танцующему человеку, который будет выбран, по мнению нашего диджея, диджея Франца, будет вручен отличный сертификат, друзья, карточка на 5000 рублей, которую можно активировать и купить, в общем, что-нибудь себе хорошего и интересного. В общем, дамы и господа, у нас как бы музыкальный перерыв, но вы можете проявить себя, и наш диджей, который сейчас будет играть для вас, диджей Франц, выберет победителя, друзья, и выдаст ему карточку на 5000 рублей с сертификатом. Это не фейл, это все работает, действительно, все это правда. Поэтому не расходитесь далеко, можете танцевать, у нас будет перерывчик, можете отдохнуть, потом присоединиться в наш танцпол и, в общем, проявить себя по полной программе, дамы и господа. Спасибо огромное, что вы с нами. Небольшой перерыв. Вы находитесь в джазовом клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется «Glafos Jam». Всем я вас поздравляю. Диджей Франц для вас, друзья. Давайте мы аплодируем за это. Ура, ура, ура. Спасибо огромное, дамы и господа. Давайте, пока нет Эрика, я приглашу вас. Можно, пожалуйста? Давайте поприветствуем на сцене у нас
мама Эрика Хаймарова. Как вас зовут? Анна Владимировна. Анна Владимировна. Мы вручаем вам этот замечательный сертификат, непосредственно можете его использовать по назначению. Спасибо вам огромное за танцы, настроение, спасибо вам, что вы здесь. Спасибо, друзья, огромное. Это был небольшой конкурс от Светла Фонджема и компании «Внешпосол Тур». Вы можете следить, мы каждую неделю сейчас будем проводить конкурсы. И будут разыгрываться такие сертификаты, на которые вы можете приобрести различную продукцию. И, собственно, следите за этим в Инстаграме и в нашей группе, называется она просто «Главфонджем». Друзья, у нас начинается второе отделение нашего этого замечательного мероприятия, которое называется «Главфонджем», на котором вы находитесь, и, собственно, вы находитесь в джазовом клубе Алексея Кознова. Вот, кстати, Эрик Калманов. Эрик, мы тебя поздравляем, ты стал победителем сертификата, и твоя мама, потому что вы танцевали очень хорошо, вместе и весело. Спасибо вам огромное, Эрик Калманов. Здесь сегодня на сервисе. Друзья, мы продолжаем. Следующая композиция, которую сейчас прозвучит, называется она «Релакс», то бишь «Ослабься», группы «Литьюз». Да, инструментальная композиция для вас, друзья. Спасибо огромное, что вы здесь с нами. Вы находитесь на канале «Главфонджем» и Алексея Кознова. Спасибо. Диджей Франц играл хорошую музыку. Давайте ему отдельное гранд мерси. И мы начнем. Thank you.
Спасибо, друзья, огромное. Артём Морозов на саксофоне. Игорь Балабаев на саксофоне. Василий Девятин. Артём. Артём Корябин. Спасибо огромное. Руслан Смак сегодня у нас здесь. Евгений Панфилов у нас именинник замечательный. Сегодня тоже он с нами здесь. Друзья, мы продолжаем. И я бы хотел пригласить на сцену сегодняшнего нашего гостя и участника. Его зовут Александр Пахнев. Замечательный вокалист, молодой человек с интересным цветом волос. Александр Пахнев. Кузинов. Простите, пожалуйста, друзья. Александр Кузинов сегодня здесь у нас. Александр, ну, собственно, вот тебе замечательный микрофон. Композицию, которую, друзья, для вас сейчас изобразят, Александр споет, называется она «Lost». Ее Фрэнк Курс написал композицию. Да, сегодня Александр для вас его исполнил. Послушаем хорошую музыку, друзья. Танцевали такой различный, знаете? Дорогие гости. Да? Александр Пахнев сегодня здесь в гостях, композиция «Lost». Давайте поприветствуем его, и ребята готовы сейчас для вас ее изобразят. Поехали. Girl, you're not alone.
Thank you.
Lord. Los Angeles, India, those don't play сегодня у нас есть в гостях. Да, есть такой человек. Вот же он, да, конечно. И сейчас мы исполним с Дали композицию небезызвестного Стиви Уандера. Да? Кто знает Стиви Уандера, опять-таки? Да? Друзья, а кто не знает Дали Питеру? Кто не знает Стиви Уандера? Есть такие люди? Нет, таких людей. Все. И, а кто воздержался? Кто воздержался? А пенсионная, кто воздержался по пенсионной реформе? Вот, Андрей воздержался, да, правильно? И, кстати, Наталья Поклонская тоже воздержалась по поводу этой реформы. Но не суть. Друзья, в общем, композиция, которую мы сейчас исполним, называется она All is Fair in Love. Друзья, красивая, красивая песня очень. И Дали Садаров, конечно, очень красиво. Я постараюсь. Красиво, так же, как он забрился, сейчас споет эту песню. Главное, что технично. Take me twice, Boris. Take me twice, Boris. Так же, так же технично. И мы также здесь чисто ее сыграем. Друзья, а сейчас песня будет на рояле, нужно буквально мгновение. Дали, ну-ка, расскажи что-нибудь. Расскажи что-нибудь про свой диплом. У меня был диплом, не поверите. Какого цвета твой диплом? Какого цвета твой диплом? Красный. Но я по-прежнему не научился петь, поэтому, друзья... Ну, давай, давай, какой эту песню. Ладно, пусть не поет, все, давай, как нибудь короче. Давайте, кто следующий поет? Раз ты не научился. Джема, кстати, отличная школа. О, какой у меня прикольный голос. Эй, что, не слышал его ни разу? Я здесь пою, здесь магическая сцена, я пою здесь особенно. Даже вот не узнаю свой голос. Ну, еще что-нибудь расскажи про свой неузнаваемый голос. Пока ребята, мы... у нас потрясающие музыканты. Отличные вау. Музыканты, правда? Давайте поаплодируем нашим музыкантам. Да, давайте поаплодируем, действительно, нашим музыкантам. Нашим музыкантам давайте поаплодируем. Да, отлично. Дали, красавец. Один из наших музыкантов, да? Хотя странно, когда вокалистов называют музыкантами, потому что вокалисты — это как барабанщики, которые... Это просто люди, которые тусуются с музыкантами, знаете? И вокалистам у них обычно вместо мозга просто резонатор. И в старости они глупеют настолько, потому что мозг высыхает, потому что череп — это резонатор. Да, я когда головой ударяюсь, все время такой тук происходит. Нет, должен быть длинный тук. Это же резонатор. Но я же еще не научился петь. Друзья, Дали Садаров сегодня на главном сцене. Мы начинаем песню композиции All in Love is Fair, Steve Wonder. Поехали. Кстати, если мужчины еще есть, значит, мужчины лузер. All is fair and love, okay? Yeah, okay, yeah. Yeah, I speak English. Друзья, танцпол по-прежнему бесплатный, и, собственно говоря, мужчины, если есть в зале, если есть красивые девушки, приглашайте, пожалуйста, и танцуйте. Мы будем очень этому рады. Хорошо? Мужики? Мужчины? Вот это все. Чтобы целовать, знаете, вот так вот это все делалось. Ну, в общем, давайте. Объединимся, единопорой, мы сыграем красивую музыку, а вы красиво
нажмёте. Да, тональность дойдёт. До 10 минут. Поехали. Yeah!
друзья, Далин Сандаров сегодня здесь, он играет себя сегодня здесь, в этой позиции. Спасибо тебе, Далин. Нет, Роман, еще не все. Следующая композиция, которая сейчас прозвучит, вы не поверите. Может быть, поверите. Следующая композиция, которая прозвучит, будет называться русскими буквами. Называется она «Дельфины», друзья. И я бы хотел пригласить на сцену Татьяну Сайбушу. Татьяна. И Дали. Опять-таки, Сатар. Дали. Не Дали. Эрик Халман, да, спасибо. Эрик Халман-то сегодня здесь у нас в гостях, и Дали был тоже у нас в гостях. И Татьяна Сайбушу. Друзья, сейчас исполнили одну замечательную композицию, которая называется «Дельфины». Давай я тебе дам свой микрофон, а я буду дальше говорить. Вот. И... Евгений. В общем, в этот микрофон я договорю и передам его просто Эрику, и все. Друзья, композиция «Дельфины» такого замечательного композитора, которого зовут... Нет. Исполнителя зовут его Илья Словесник. Это 90-е годы, насколько я понимаю, да, примерно? Это даже 80-е, друзья. Композиция называется «Дельфины». Скажите, пожалуйста, кто видел дельфинов вживую и трогал, и плавал на них? О, ничего себе, как посмотрим. Ну и как? Эстетическое удовольствие получили от этого, я думаю, да? Опять слюсы. Ну, как все обычно говорят об этом, что это очень круто. Я просто этого не делал ни разу. Вот. А, ребята, сейчас исполним для вас композицию, которая называется «Дельфины». Это очень замечательный, бодрящий, такой, знаете, танцевальный трек, друзья. Поэтому давайте бодримся и потанцуем. Это будет очень замечательно, и я надеюсь, это поднимет вам всем очень настроение. А ребята, конечно же, очень готовы для вас и изобразить. Эрик и Татьяна сегодня здесь у нас в гостях. И Евгений, я вас попрошу немножко мой микрофон добавить вот в этот непосредственно монитор. Ну или в эту линию, как это называется. Раз, два, три, раз, два, три. Спасибо огромное. Друзья, композиция «Дельфины». Что, поплаваем, потанцуем, да? Она будет заключительная, последняя, друзья. Послушаем, потанцуем. Дорогие гости, есть еще раз? Еще силы у вас. Спасибо огромное, что вы здесь с нами. Поехали, композиция «Дельфины». Ребята, это моя первая песня на русском языке на этом джеме. Я серьезно говорю. Это очень круто. Thank you.
Спасибо огромное всем вокалистам, которые сегодня с нами были, певцы, дорогие друзья, очень вам рад мерси за то, что вы исполняли, за то, что вы делали.
Спасибо огромное, дорогие наши гости, что вы были сегодня с нами. Приходите к нам каждую пятницу, мы здесь очень рады и веселимся. И более подробная информация есть в группе ВКонтакте, называется Главпост Джем. Есть аккаунт в Инстаграме, называется тоже Главпост Джем. Не минутка рекламы, все, я перестал. Спасибо огромное всем работникам клуба Алексея Козлова, всему звукоцеху, цветоцеху. Давайте, друзья, поаплодируем. Спасибо огромное, ребята, за звук, за цех, за цвет и вообще за все. Спасибо огромное всем официантам, барменам и охранникам и администраторам за то, что они сегодня были с нами, всем поварам и всем, кто делали многие всяческие вкусняшки. Друзья мои, спасибо огромное диджею Францу, который играл сегодня, друзья, для вас. Спасибо огромное. Что я вам могу сказать? Увидимся в следующую пятницу. Меня зовут Слава Быстро, до новых увлекательных встреч. Всем пока. Спасибо огромное, ребята. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу!